Тамару Синявскую Муслима Магомаева называли королевской четой советской вокальной сцены. Синявская влюбилась в молодого, но уже очень популярного певца заочно. Они еще не были знакомы, когда она услышала голос. Этого оказалось достаточно. Ёкнула очень давно, даже я его еще не видела. Вскоре они познакомились в 1972-м в Баку. Взаимности Магомаева добивались многие, но он выбрал ее, Тамару Синявскую. Их любовь была возвышенной, как искусство, к которому они служили. Уже будучи мужем и женой, Тамара и Муслим долгое время обращались друг к другу на «вы». Вообще мужчина для женщины должен быть вот так вот, а не так вот. Тогда это уже не мужчина. Понимаете? Ради Магомаева Синявская в свое время рассталась с первым мужем. Брак был вполне благополучным, но, познакомившись с Муслимом, Тамара поняла, жить без него она уже не сможет.